Так, Марс, 14 октября 2020 год, 5:55 по Киеву в Харькове, совсем уже садится за горизонт, через плотные слои земной атмосферы смотрим на Марс, и равно я ледников не вижу, как бы в полночь снимал. Марс сейчас в противостоянии на одной линии с Землей и Луной, и на ближайшем расстоянии, ой, Земли и Солнца, на ближайшем расстоянии к Земле за несколько лет. Снимать, потому как совсем мало у меня времени перед сменой. Да и не только перед сменой, но и перед тем, как этот наш красавец прячется на 16-этажке. Вот он. Ветер стих. Да, не вижу совершенно никаких ледников, полярных шапок, но формально фиксируем противостояние Марс 62 миллиона километров. Великое противостояние раз в 12, по-моему, лет, оно 60 миллионов километров расстояние. А сейчас 62. Так, ну у нас еще есть тут красота. Придется локацию сменить только. С Луной и Венерой. Ничего месячного. Зорина ясная. Красота. Четыре угловых градуса. Между Луной. На весь экран постарайся. Вот так. Смайлик. Don't smile at me. Да. У нас. Линия терминатора. Пушечка, ты моя маленькая. А он и пришла посмотреть. Сейчас, подожди. Здесь косновидим. Ты же не будешь на штатив забираться, а? Смотрят с неба, не поймут, куда же там лежу. Вот кошка. Так, снимается и телескопом. Практически в каждом видео комментарии. Сколько линзы миллиметрового телескопа. Это что-то воротник Анклуб XP1000. Ультразум без несменный объектив. 125 крат оптическое увеличение, 4 цифровое.
Еще раз повторяю, что это не то же самое увеличение, не то же самое, не то же самое кратное, что глубокое. Телескопы подзорной трубы. В том смысле, что кратность бинокля – это увеличение угловых размеров за счет оптического прибора. А здесь я могу снять это. Сейчас я смотрю на маленьком экранчике, у меня угловой размер увеличился, ну, пускай в 10 раз. А домой приду, на экране поставлю, те же самые съемки будут увеличивать угловой размер Луны в 100 раз. А до Венеры, мама дорогая, 179, по-моему, миллионов сейчас километров. Очень далеко сейчас от нас Венера. Совсем может быть. Убежала. Ну, засветка есть, даже несмотря на это видно, да, сияние вокруг Венеры. Хорошо. Еще раз на нашу. Ну, натурально как будто подмигивает. Теперь это не смайлик, а один глаз закрыт. А второй зрачком на нас. Пронизывает нас взглядом. Пареидолия. Так, ну что. Опоздаю, я чувствую, на работу. 6:02 по Киеву, в Харькове. 14 октября 2020 год. Всех причастных к сегодняшнему празднику, Дню защитника Украины, искренние поздравления и героям слава!